Андреевку Маркину. Шучу. Есть ли в зале, вот в этом вот замечательном, дети, которые ничего не боятся? Нам нужен один ребенок бесстрашный. Выходи, выходи. Я верю. Просто он мне угрожал немножко, и я решил. Все хорошо. Как зовут? Ваня. Ванька, ложись. Почему смертельный трехчасовой объяснил? Руки вверх. Может, не надо? Ванька? Женя, давай наоборот. У тебя хоть раз был дождь из снежков, из бумаги? Ванька, скажи мне, пожалуйста, ты что боишься? Ничего. Молодец. Скажи мне, пожалуйста, какие твои любимые цветы? Зеленый. Ванька, все хорошо у тебя в жизни. Цветы! Блаус! Какие? Давай, допустим, розы. Фиалки. Зеленый. Ромашка. Ромашка, друзья, давайте похлопаем. Смотри, ромашку срезали, либо вырвали. Куда надо поставить? Ну вот это, знаешь, раз. Вот тебе горшок. Этот горшок уже с удобрением. Твоя ромашка будет расти выше небес. Я тебя только об одном попрошу, зеленый. Ты самое главное, ничего не бойся. Кто и фоткает, как мне снежками здесь? Готов? Как? Хорошо. Хорошо. Выпрямись, Ванечка. Выпрямись, вот так. Раз, скажи. Было, да, что-то я сказал? Ваня, Ваня, Ваня. Это всего лишь бумага, не бойся, это не камни. Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь, что такое домкрат? Это такая палочка. Внимание, шпагат! Браво!